В Северском доме культуры состоялся гала-концерт «Путь к Богу. Мой путь». Этим мероприятием завершился православный фестиваль-форум имени священномученика Александра Флегинского. В холле расположилась фотовыставка, посвященная обретению мощей святого, а в малом зале – работы победителей конкурса детского рисунка «Золотые купола России» и фотовыставка «Кубань православная». Почетными гостями праздника стали представители районной администрации. Я хочу обратиться к молодому поколению. Очень важно, чтобы вы знали свой край, свой район. Очень важно, чтобы вы знали свои обычаи и традиции. Очень важно, чтобы вы в душе носили свою веру, любовь к людям, любовь к окружающим. Очень важно сегодня жить в мире и согласии. Александр Космич Флегинский служил в станице Георгии Афипской. Сейчас это поселок Афипский. Захватившие станицу в 1918 году большевики жестоко убили священника. Протоиерей Александра Флегинского, который жил среди нас, был среди нас, проповедовал среди нас, учил людей добру, говорил о вере. И вот сегодня мы приносим ему плоды нашей веры. На сцене выступили коллективы и исполнители, которые порадовали зрителей непривычным, но очень красивым песенным репертуаром. Фестиваль проходил целый месяц и включил в себя множество интересных и просветительских мероприятий. Главная задача организаторов – сохранить память о новомучениках и исповедниках Кубани и показать красоту и многообразие православной культуры.